даже если это видео шуточного характера, даже если. Просто представьте на секунду, насколько нужно быть дураком, чтобы даже позволить своей бабе шутить таким образом. Если это суровая правда, то, ну, конечно, может быть, он там какой-то весь, знаете, там, неважно, что было там до меня, я же настоящий мужчина, там, не знаю, знаете, вот эти вот, которые рогами бьются, копытами машут, вот эти вот, пожалуйста, я не спорю, такие мужчины созданы страдать. Пожалуйста, подбирайте всю падаль, есть еще вам куча актрис фильмов для взрослых, которые вам ведут каналы всякие, милые фермеры. Там тоже всю падаль подбирают, и нормально, и считают, что, о, круто, опытная женщина. Вы подбирайте вот, вот весь этот мусор, пожалуйста, если вы защитницы, вернее, защитники вот таких вот женщин, подбирайте ровно всю падаль, это как раз для вас. А оставьте нормальных баб, которые вот нетронутые, либо которые не перебирают всех мужчин через себя, их оставьте нормальным мужчинам, которые, знаете, вот эти ненастоящие, оставьте вот всех, да, оставьте всех их ненормальным, ненастоящим мужчинам. А сами подбирайте падаль.